Добрый день, друзья, подписчики и гости моего канала. Вот и наступил последний день нашей масленичной недели. Прощенное воскресенье. В этом видео хочу я вам показать, как я каждый год традиционно делаю чучело. Как мы отмечаем праздник в спорткомплексе «Самарский», какие блины и блинную масленицу я испекла в последний день, и как мы дома сожгли мою масленицу и попросили у друг друга прощения. Приятного просмотра, мои дорогие! Каждый год традиционно я делаю чучело-масленицу. Для этого нам надо две палки. Это могут быть либо вагонка, либо бруски строительные, либо вот обычные деревянные от дерева палки. Их нужно связать, сделать как крест, чтобы из них сделать потом руки, голову и туловище. Весь год мы накапливаем, не выбрасываем разные вещи, складываем их в мешок. Это и колготки, носки, всевозможные майки, трусы, брюки. Ну, в общем, все, что вы хотите выбросить, мы не выбрасываем, а складываем в мешок. Вот берем колготки и набиваем самую большую часть тряпками. Это будет голова. Далее сделаем шею. Далее смотрим, что у нас есть. Это могут быть майки, кофты, платья, любая одежда. У меня вот кофта и майка вот есть. Одеваем ее. Потом нужно будет все набить это тряпками и создать из этого чучела, туловища. Закрепляем это все либо веревками, либо также колготками. У меня колготок накопилось за год очень много, поэтому я все завязываю колготками. Вот. Чтобы это все ничего вниз не падало, нужно создать такой объем, сделать грудь ей, в общем, все затянуть так, чтобы это было похоже на настоящую вот женщину, вот туловище такое, посмотрите. Вот. На конец веток там или палок нам нужно надеть носки. Это будут у нас руки. Вот, одеваю вот эти носки, чтобы это не торчали просто палочки. Далее оформляем низ. Это может быть либо юбка. Если у вас платье, значит, пускай будет платье. У меня вот шорты накопились в этих вещах. Вот, я буду одевать шорты. У меня каждый год масленица получается всегда разная, в зависимости от того, какие вещи у меня вот накопились за весь год. Поэтому то, может быть, в платье она, то с юбкой, то вот в шортах, как сейчас. Поэтому смотрите, это все как бы индивидуально, и каждый год это может быть все меняться. Далее нужно создать нам волосы. Берем трое колготок, одеваем их на голову. Мы будем плести косы. Колготки лучше взять разных цветов, чтобы, ну, видно было, что красивые косы у нее были. Ну вот, косы я ей заплела. Она у нас с руками, с волосами, в наряде вся такая же почти красивая стоит, с руками. Вот. Нужно сделать ей теперь лицо и какой-то наряд на голову. Берем любую бумагу, рисуем на ней корону, вот, вырезаем ее и украшаем там цветочками разных цветов, чтобы красиво было. Потом вырезаем также глаза, рот, нос, щеки, вот, из синей и красной бумаги. И будем все это клеить на лицо, клеим момент. Все готово. Масленица, прощай зима, да здравствует лето, тепло, море, пляж. Хочу на море. Я готова. Далее праздничный день у нас продолжился в спорткомплексе «Самарский».
Посмотрите, какой праздник организовали, развлечения для детей, взрослых. Не бывает такого! Ребят, верите? Нет! Почему не бывает? Да потому что это небылица, значит, не было. А небылица — это то, что, чего быть не может. Ну вот и вторник проводили, среда наступила. А среда — самый сладкий, вкусный день. Что какой, делали? Какой день? Лакомка, ну, правильно. Молодцы какие, слушай. А хотите, мы тоже вам чего-нибудь напечем. Напечь? Повара ресторана «Пир» угощали всех шашлыками, блинами. Веселые клоуны фотографировались со всеми. Была живая музыка под гармонь. Море положительных эмоций. Не качай, брат, голову. В лесу говорят, в растет говоря. Люди водили большие хороводы, были конкурсы с Бабой-Ягой. Хороводы водили дети и взрослые. Все участвовали в этом празднике, было весело и празднично. Дети в конкурсах пекли блины с Бабой-Ягой на скорость, бегали. Потом все просили друг у друга прощения, обнимались, целовались. Ну, было вообще очень весело. Мы тебя любили. Нежных баб с тобой любили. Нежных баб. Прости за меня, пожалуйста. А теперь прости, прощай, весне место уступай. А теперь прости, прощай, весне место уступай. А это наша самарская песня «Ах, Самара, городок». И вот мой муж с дочкой. Кульминацией праздника было сжигание чучела масленицы. Дети потом по традиции закидывали ее снежками. Им было очень весело, они так хорошо кидали эти снежки, смеялись, падали. Ну, в общем, хорошо провели время. Потом мы приехали домой. Начала я печь блины. Решила создать нечто красивое, солнечное. Ну, сделала тесто, как всегда, по тому же рецепту. Только в одно тесто я добавила какао-порошок, другое было у меня белое. И начала творить. Сначала я подумала, что я хочу. Хочу солнца. Хочу много солнца. Так надоел холод и зима. Далее я буду делать масленицу блинную. Сначала я сделаю ей юбку. Вот такую ажурную, красивую юбку. Потом нужен ей красивый платок, чтобы он тоже был с махрами такими, чтобы красиво все это выглядело. А вот посмотрите, какое я солнышко сейчас сделаю, чтобы оно улыбалось, чтобы веселое было и чтобы быстрее к нам пришло. Классно получилось. А еще я хочу цветов.
очень много красивых цветов, чтобы они быстрее у нас распустились. Все, рисую. Все мысли материальны, главное захотеть. Получилось! Ура! Ну, теперь блинная масленица. Для основы я беру половинку айвы и морковь. Вместо айвы можно взять яблоко. Надо, чтобы просто была прочная основа, чтобы масленица это не упала. Вырезаем в ней отверстие, чтобы вставить туда морковь. Вставляем туда морковь. И далее будем наряжать масленицу. Надеваем блинчик, делаем ей голову. На голову накидываем платок. Все можно закреплять зубочистками. Далее делаем платье. Руки мы сворачиваем блинчик в рулончик такой и тоже так же прикрепляем. Ну, в общем, все вы заворачиваете и прикрепляете. И делаете украшение. В конце нарисуем лицо, волосы. Я это сделала вареной сгущенкой. Я фаршировала ей блинчики. И она вот мне тут тоже пригодилась. Ой, какая красота получилась блинная. Правда? Ну вот, блины мои готовы. Пора идти на улицу и сжигать мою масленицу. Вот посмотрите, как мы провожаем зиму. Посмотрите, сколько у нас снега в Самаре. Вот такая у нас сегодня погода. Вчера было солнышко, сегодня вот пасмурно. Шел дождь ночью, мокрый снег. Снега и так много, еще подвалило. Ну, в общем, вот такой последний день, прощенное воскресенье, пробы русской зимы. Начинала я блинчики неделю. С любимым блинчиком с икрой. Заканчиваю ее тоже с моими любимыми блинчиками. Вкусные блины. Солнце и сухое. Масленица у нас, друзья. Буду сейчас чучело свое сжигать. В моем чучеле. Пусть останутся все неприятности, болезни, невзгоды всего года. Пусть наступает весна с радостью, с хорошим здоровьем, прекрасным настроением. А все плохое пускай уйдет вместе с ней. Но будем поджигать. Угощаю вас. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Уходите все невзгоды, все болезни, холода. Масленица называется моя. Хочу лето, хочу на море. Хочу теплый песочек, пляж и хороший курорт. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ой, падает, падает все. Ура! Хорошо горит. Пламя такое хорошее. Мимо. Это такой обычай закидывать горящие чучела
снегом. Пускай быстрее приходит лето, пускай будет тепло, светит яркое солнышко. Быстрее растает этот снег, сбегут ручьи, защебечут птички. И пусть всем будет хорошо, радостно и весело. В день Святого Воскресения я попрошу у вас прощения за обиды и печали, что невольно доставляю. На меня зла не держите. Если можете, простите, чтоб проблем не доставлять и родных не огорчать. За поступками следить, думать, после говорить.